Ему не нужен этот цирк, ведь он давно решил убить их всех, убить людей, убить богов, убить святых. Я буду рваться, ничего не поменялось, с тех времен на пустоту мне так же место служит дауну, что сует цену. Улицы селится, скинет в небе интернета, аватара в сумме вижу. Каждого из вас суем, но почему не цикл Монтенегро? Что? Что случилось? Все целые? Это... В таком случае я... Плохо дело! Братан Наруто! Чего? Кто ты? Нанимунда. Да как ты посмел это сделать с жителями деревни? Теперь я твой противник! Множественное теневое клонирование! Погнали! Да чтоб тебя! Что? Ась? Наруто? Он похож на Наруто Куна. Не знаю, кто тебя создал, но я не проиграю подделки. Что? Я же не использую чакру Девятихвостого. Похоже, он извлекает чакру Девятихвостого из Наруто. Если так продолжится, Наруто может не выдержать такого. Все очень плохо. Все совсем без сил. Райкири! Поток чакры Девятихвостого остановился. Найти его. Что за... Не волнуйся. Только Анбу знает об этом секретном проходе. Пустите меня к нему, Какаш-сенсей! Он может уничтожить деревню Даттебайо! Ты прав, он атакует все, что попадается под руку. Наруто, тебе его не победить. Вперед! Что за меха Наруто? Он тут! Он умеет летать? На этот раз она огромная! Все очень плохо! Доверьтесь мне! Шина? Это потому, что устал я от того! Что? Я в порядке. Хватит, остановитесь. Я здоров, все хорошо. Уверены? Какаш-сенсей, меняемся. Что ты задумал? Мы спустим его с небес на землю. Ну же. Техника теневого захвата. А теперь искусство ниндзя. Техника теневого удушения. Что? Шикамару. Меха Наруто нападает. Теперь быть внутри еще опасней, да ты моё! Хватит! Техника расширения. Лесной танк. Джеки Мичи из команды номер 10 плывет по водопаду. Ты как ты посмел тронуть Чоджи? Кино Инузука из команды номер 8. Его эго больше никогда не будет прежним. Вы целы?
Прости. Он нападает, Нейджи. Я был избран на эту миссию не только для изучения слабостей врага. Вращение. Отлично. Что тут происходит? Ну и скорость. Он смог сравняться со скоростью вращения? Красотища. Нейджи Хьюго из команды номер 3 провалил миссию. Капитан Ямато, лидер команды номер 7. Захват Девятихвостого — это не только твоя проблема. Каждая жизнь деревни сейчас под угрозой. Наруто, так же, как и моя жизнь, Даттебайо. Эй! Не, так не пойдет. Черт! Ты кто такой, черт побери? Что ж ты такое? Девятихвостый. Ага, разбежался. Черт, я совсем без сил. Гара! Хакаги следовало позвать меня с самого начала. Атаки на расстоянии и совершенная защита. Эта миссия специально для меня. Я не позволю тебе захватить Девятихвостого. Как Казакаги и друг Наруто. Гара, ты такой крутой, Даттебайо! Ты же должен был стать главным оружием Акацки. Что? Тут ты только послушай его, Гара. Даже меха тебя не хочет. Ты слаб, как младенец. Тебя определенно нужно взбодрить. Любовь. Ярость. Ты труп. Гара Казакаги свалил с поля боя. Да ну нафиг это все! Орочимару? Искусство ниндзя, ловушка змеиного рта. Мы находимся в животе змеи. Где Саске? Прости. Но с ним я сам разберусь. Но теперь это дитя будет служить мне. Делай, как я скажу, Локи. Ты забыл про кое-что? Самого устрашающего из легендарных санинов, друг мой. Извращенный отшельник! Это жалкая копия моей ловушки жабьего рта, Орочимару. Орочимару. Давно не виделись. Этот бой будет с... жабьим отшельником с горами Обоку, писателем-романтиком Джираей Самой. Исчезни. Отшельник Джирая... Отшельник Джирая — говно. Что ж мне делать-то? Что ты задумал? Я могу со всем разобраться. Посиди еще немного тут. Почему? Откуда у него столько чакры? Почему ты не сдаешься? Я уже говорил, что не собираюсь умирать тут. Вперед! Все кончено. Я больше ничего не могу сделать. Я слаб. Вот почему я... Я вернулся в деревню, чтобы тренироваться и стать сильнее. И тогда я точно... Вернул Саске. Чакра Девятихвостого. Так как ты относишься к Саске, это существо будет относиться к тебе. Прости меня за эту проверку. Но если Девятихвостый впадет в ярость... Чакра Девятихвостого. Но я все еще управляю своим телом. Что случилось, дитя мое? Я тебя создал. Змеиный удар.